Более 100 мигрантов из Эритреи вышли на демонстрацию в Риме, призвав итальянский парламент создать гуманитарный коридор, по которому беженцы могли бы безопасно попадать в Европу. Эритрейцы пронесли по улицам символичные гробы, показав, что ждет их самих и их соотечественников, если итальянские политики не вмешаются в ситуацию и не примут срочные меры. Напомним, в последнее время ищущие лучшей жизни нелегальные мигранты пытаются попасть в Старый Свет всеми имеющимися способами. При этом немалая часть людей гибнет по пути в Европу. В результате недавнего трагического инцидента возле острова Лампедуза утонули более 200 африканских беженцев, которые пытались по морю добраться до итальянских берегов. По данным спецкомиссии ООН, только в этом году из стран Африки и Ближнего Востока в Италию и Мальту прибыли 32 тысячи мигрантов, и поток беженцев лишь усиливается.